Сегодняшний мастер-класс «Три состояния моря» посвящен одной из самых любимых моих тем – это морскому пейзажу. Море – неисчерпаемый кладезь вдохновения для меня. Все время, которое я занимаюсь акварелью, я обращаюсь к этой теме. Акварель для меня – это испытание сил, азарт и отдых. Это вполне осмысленно. Я нахожу в этом действительно нечто подобное состязанию с самим собой, с техникой, с этим материалом, чудеснейшим, одним из самых древних изобразительных материалов, которым пользуются художники. Те интересные находки, приемы, которые я видел у своих коллег. Я не перестаю учиться, несмотря на седую бороду. Ты положил краску, а она хочет добежать до канадской границы, да? И приходит к краю, и там останутся засыхать. Мне кажется, это очень нужным и важным. И точно так же я надеюсь, что сегодня те участники, которые присутствуют на мастер-классе и сейчас приступили вот к своему первому опыту, что они добьются каких-то собственных находок, которые будут, может быть, более интересны или более острыми, чем даже то, что я показывал им сегодня.